We are running out of time. Yes, I know. We have to start our propaganda now. I will do my best. Договорились. Дмитрий Александрович, доброго здравия. Не бережете вы себя. Пугаете нас. Пить хочешь? Держи. Ничего я вам не скажу. Аппарат готов. Откройте секрет его работы. И мы позаботимся о вас. Придумать источник счастья, создать аппарат для управления сознанием людей и упрямиться с его производством. Человечество уже сейчас могло бы пользоваться вашим экраном. Хорошо. Скажу. Как вложить информацию в коробку управления? Запись начинается так. С нажатия этой кнопки. Дальше. Изображение и звук будут передаваться по беспроводным каналам или кабелю. Люди смогут увидеть наш сигнал на своих экранах в каждом доме. Они будут знать все, что творится на другом конце мира. Люди будут счастливы. Мисс Войс, он сознался. Уведите. Вы никогда не сможете подчинить себе человечество. Мир изменится, люди станут свободными, люди научатся быть счастливыми. Мы захватим весь мир, мы навяжем свои идеи. Они будут думать так, как мы хотим. И все благодаря вот этому экрану. How does it work? Благодарю. Мы позаботимся о вас. Соловьев Дмитрий Викторович. С вещами на выход. Издание трудов профессора Дмитрия Прищенко. Дело профессора продолжает жить. Экраны появились в каждом доме. Достаточно нажать кнопку, чтобы стать счастливыми. Ой, простите, пожалуйста, я в экран засмотрелся. Извините, сейчас. Ой, Ром, пойдем сюда, давай вот здесь сфотографируемся. А, нет, о, давай, а может здесь? О, смотри, отличный ракурс. О, так, нет. Может давай сюда? Сюда. Нас фотографировать. Я не умею.
Здесь ничего сложного. Вы просто берете, нажимаете кнопку, можете нажать на экран. Главное, чтобы мы попали в кадр. Есть? Спасибо. Странный какой-то. Мировой финансовый союз. Мы заботимся о вашем счастье. Мы сами себе позаботимся. Оставайтесь с нами навсегда. А? Еще чего? О, пошли туда! Пойдем. Thank you.